Ребят, всем привет! Хочу с вами поделиться такой вот информацией по поводу обмена филателистической продукции. В данном случае я решил обменяться с коллегами по филателии, а также они являются коллегами по YouTube-каналу. У них открыты свои каналы на YouTube. Первое письмо, от которого я получил коллеги, это Андрей Сизов. У него свой канал называется YouTube «Мой день». Я попросил его прислать конверт, посвященный COVID-19, и на котором будет наклеена марка, тоже посвященная COVID-19. Если кто не в курсе, то хочу сказать, что Украина, она была одной из первых стран, которая выпустила марку, посвященную, и не только марку, но и конверт, посвященный COVID-19. Она, по-моему, была пятая, а первая была страна, которая выпустила марку. Это, по-моему, был Ирак. Вот, значит, вот такой замечательный конверт Андрей мне прислал. Как просил, так он и сделал. Оформил его очень прикольно. Марочка с изображением доктора. Называется передовая. Погашена Украина. Главпочтамт. Но самое, что примечательно, вот смотрите, конверт был отправлен, вернее, письмо было отправлено 22 июня 2020 года, и в этот день там, то есть на Украине, отмечалось 175-летие астрономической обсерватории Киевского университета имени Тараса Шевченко. Именно 22 июня 2020 года. Вот тут спецгашение такое стоит, штампик такой тоже астрономической обсерватории. Очень прикольно получилось. Конвертик пойдет в мою коллекцию. И помимо того, что конверт сам пришел с напечатанной маркой, Андрей как бы подарил мне и саму марку, посвященную COVID-19. Вот такая замечательная марочка тоже пойдет в мою коллекцию. Спасибо Андрею. Ссылку на канал Андрея Сизова оставлю в описании. Заходите. У него есть прекрасная идея по поводу продвижения филателии в Республике Украина. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте его, потому что идея очень классная. Так, и следующий материальчик. Тоже парень филателист из Украины. Также имеет YouTube-канал, посвященный филателии. Очень много там видео, посвященных филателии. Много материала интересного. Зовут его Андрей Кушек. Канал так и называется. Я ссылку в описании оставлю на данное видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь, кому интересно. Значит, что он мне прислал? Я его просил, но это значит марки по обмену. Я его просил прислать марки стандарт Украины, что есть. Ну и если есть марки на тему Всемирный фонд защиты природы. Значит, а я ему отправил марки, посвященные Сочинской Олимпиаде. Ну и там что-то из флоры. Надеюсь, он вам покажет. Заходите к нему на канал. Ну, сейчас хочу показать, что он мне прислал. Ну вот содержание первого письма. Сейчас стандарт уберем. Вот такая замечательная сцепочка со змеями, посвященная защите природы. Змеи. Вот такие вот стандартики замечательные. Надеюсь, некоторые из вас видели вот такие стандарты Украины. Это с изображением веток деревьев. Вот стандартики 93-го года. Три марочки. Вот марка стандарт выпуск 97-го года. И марки гербы областей Республики Украины. И одна вот такая марка, посвященная народному творчеству. И второе, что он мне прислал,
Это тоже стандарт Республики Украины. Это тоже гербы областей Республики Украина. Вот такие замечательные стандарты. Так что, ребят, давайте поддерживать друг друга, давайте обмениваться марками. Кому интересно, филателия, чтобы она не угасала, а только поднималась и распространялась, потому что это очень интересно. Ребята, давайте жить дружно.